Компания «Северные стрелы», компания ВСВ. А теперь внимание. На наш взгляд, это лучшие газоприемозащитники планеты Земля. Друзья, я всем командам желаю успешных стартов. Международные соревнования на приз имени Владимира Владимировича Дегтярева объявляются открытыми. МЧС России по городу Санкт-Петербургу, генерал-майор внутренней службы ТИТНОК Игорь Валерьевич. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о целях данных соревнований. Друзья, как организаторы, мы стараемся обеспечить участникам комфортные условия пребывания не только на нашей площадке, но и в нашем городе, ознакомиться с нашими культурными ценностями, понять нашу философию, философию Великой России, философию Великого Санкт-Петербурга. Возьмешь, да? Давай. Вы сюда учились, удовольствие получать одновременно. Молодец. Смотри, как все, за руку. Давайте вместе кружочек и на выход. Слышишь, нормально? Она сейчас залетит. Я мама не умерла. Так и не нравится. Сейчас распаренные выйдут. А еще. Нет. Вы не канал. Не дай бог.